Лена, у тебя есть. Мало там осталось. Место. Да не сей планшет. Врач турнира, пройдите на свое место.
Давай. Давай.
Готовы?
Потому что, как и в Москве, это не поможет, а потом ноги.
Хорошо. Готовы?
Давай,
Давай, Игорь! Давай, Игорь! Все, готовы? Начали! Первая рука, да!
Я могу один штангу оставить.
Что здесь меняется?
Подожди. Парни, здесь идет съемка, здесь нельзя ходить. Не ходите, не ходите здесь. Бартенец, тут съемка идет, что ты ходишь? Хочешь попасть в телевизор? Так, боя. Со счетом 45-31 победителем первенства России по фехтованию до 21 года становится команда «Москва-1». Внимание, церемония награждения состоится через 10 минут. Спасибо.